нас уже музыка встречает здесь. Ба-бам-банс-банс-банс-банс. Ну, конечно же, я наверняка думаю, уверен, что вы слышите эту мелодию, конечно же, на просторах интернета. Не, надо было начать видео по-другому. Здравствуйте, здравствуйте. Ладно. Hey, всем привет, путники интернета, с вами Никетсу Маракайта, и в этом видео я буду проходить игру под названием Dr. Livesey Rom and Death Edition. Ну, что придется как Dr. Livesey, Ром и Смерть, издание Ром и Смерть. Собственно, недавно эта игра вышла, я хотел ее заснять еще, ну, в момент, когда она, ну, конкретно вышла. Точнее, не в момент, когда она вышла, ну, в общем, на 14 февраля там начали форсить вообще новость о том, то, что вот доктор Ли, игра Dr. Livesey выжила. Даже вот я в рифмах и панчах заметил сначала, что вышла вот игра. Посмотрел, такой думаю, блин, охрененно на самом деле. Подождите, а что это всплывает внизу? Что это такое? Монеточка какая-то или что это? Что это такое? А, лютый фу... Блин, а вы это замечали на самом деле? Я как-то нет. Не-не-не-не, я этого не видел. Ну окей, ладно. А давайте закроем вот это вот. Ладно, если что, потом там зайдем, если надо будет. Ну а так-то я хочу сначала рассказать, как я вообще увидел эту игру. Сначала, в общем, захожу в Рифмы Панчи и вижу, что игра это вышла. Такой думаю, блин, прикольно выглядит. А в Стиме положительные отзывы просто и говорят, игра года, Хогвартс там сосет и тому подобное. И я поиграл на самом деле, и реально игра классная, сразу скажу, мне она понравилась, правда. Но я еще первого босса не победил, так что будем проходить уже в этом видео. Я иногда приопоздал с этим, но да ладно, надеюсь посмотрит. Я еще надеюсь не опоздал с хайпом этой игры, так сказать. Ладно, ну давайте не буду тянуть лямку, начнем. Старт, вот. Единственный минус, что я хочу сразу сказать, говорят, игра оптимизирована не совсем. Она у меня лагать будет. Да. Я OBS, в OBS не смог настроить ничего. Я думал, может, там не будет лагать, но у меня ни хрена не вышло. Поэтому придется. О, уже? Подождите, подождите, блин. Я потише сделаю, просто писец на самом деле. Как долбит в уши музыка. Я даже поставил, ну вам не видно, я поставлю на шестерку. Но просто действительно что-то здесь сделано так, что реально, вот как мы на Вэлле. Кстати, переходите по ссылке в описании, можете скачать ее. Визуально новелла, последний посыл выходящего года. Когда вот громкая музыка, прям, даже когда ставишь на, не знаю, на десятку хоть, ну там. И здесь то же самое. Поэтому я пониже поставил. Избушка на куриных ножках, здесь у нас остров. В общем, по сюжету я читал, мы играем... Бля, я не помню, как этих двоих зовут. Доктор Livesey, собственно... Баллов. О, уже? С доктором Livesey играем из-за вот этих вот двоих, блин, ну, из мема, короче. Я не помню, как их зовут, но... Так, и выходит... вот, это их корабль. Они приехали... искать сокровища на острове, и неожиданно начинается бунт против вот этих вот троих, и поэтому нам надо быстрее найти клад, я так понимаю. И... ну я не знаю, это всех надо боссов убить, что ли, или как? Игра вроде как бесконечная. О, погнали сразу! Нихрена! Понеслась! Воу! Вроде как не лагает, да? А я первый раз, когда проверял, лагало. Подождите, нас не должны попасть. Я же несколько достижений получил, все. О, прикольно. Крутяк! Охренеть! Блин, это игра... Ой, закрылась. Ё, мне игра уже реально нравится. Нас не должны... Только единственный момент, я реально не понимаю, что происходит. Правда, серьезно. Вот что? Вы меня поняли, да? Вы меня поняли? Я не вижу чуток. Я просто стреляю, на все нажимаю. По-моему, всех перебили, да? По-моему, есть дополнительные тут локации. Кстати, они быстрее идут, если музыка быстрее идет, ну, ритм быстрее идет. Нас не должны убить, нас не должны убить. О, видите, музыка, ай, медленнее становится, и я вот, собственно, медленнее становлюсь. Давай, стреляй. Всех мы убили здесь или нет? That's под фон крутой. Убиваем пиратов. Подождите, я же здесь был, по-моему. Или нет? Куда идти? Я уже не помню.
Ладно, пойдемте вперед. Я реально не помню, куда идти. Подождите, запись я проверю. Запись идет? Да, запись идет. Тогда поехали! А, мы здесь не были, все, я понял. Я понял. Да, хорошо, что не лагает, все, все. Блять, мне... Нет. А, не, мне. Мне жизнь не отняли. Все нормально. Там что-то Ливзи говорит. А, держи язык за зубами, он говорит. Они нас... Чем стреляют вообще? Бомбочку? Ядрами вот этими, да? Ну, по-моему... А, вот сзади этот идет, хочет нас убить. Нет, стоять, все. По-моему, всех грохот. Блять, нет, стой! Тыц! Идем мы вперед от этого. Вон, блин, реально прикольно! Я даже могу сравнить это немного с, так скажем, ну, грубо говоря, с Doom Eternal. Он тоже под музыкой убивает. Я! Здесь босса нету? Не, не, полоски не вижу, кстати. У меня, по-моему, здесь босс был. Но надеюсь, я убью, потому что все заново начинать вообще не хочется. Вперед, да? Да. По-моему, вперед. Вот, у меня такое ощущение, как будто здесь босс будет. Да? Нет, босса. Странно, почему это? Мне еще жизнь не отняли, слава богу. А их больше и больше становится, да? Только единственный минус, да, если разработчик смотрит, ну, наверное, он знает, что локации писецкие маленькие. Но при этом удивительно, что мне не попадают. Это как-то очень странно. А босс одного удара убивает, кстати. Это плохо, но хоть быстрел бы. У нас же трое, типа. Но нет. А, я просто здесь ходил, и все. Больше не надо никуда идти? Не, по-моему, больше никуда не надо идти. Мы найдем, конечно же. Найдем. Ты похожий голос. Или нет? Ладно. Я так думаю, нам надо идти... Не, ну реально, жизнь еще не отняли. Подождите, а здесь нету прохода никуда, мало ли? Не, нету. Не знаю, сколько игра заняла времени для того, чтобы... А, никого нету. Бля, куда бы идти? Пока есть шанс. Давайте, ура! Нет, тут босса нету. Мне хочется пострелять по-быстрому. Когда босс, наверное, будет, там, наверное, меня мочить серьезно будет. Да? Еее! О, у меня достижение. Наверное, вы не видите, но я вижу. Кстати, спасибо, вот спасибо, забыл сказать, Дэнпулу Фуику за то, что мне купил игру за 1 лир. А у меня на счету было 8 рублей российских, и я не купил. А игра-то мало стоит, 18 рублей. Это конечно... А, подождите, игру... Я думаю, что за обновление было? По-моему, игру оптимизировали, ребята. По-моему. Такое ощущение у меня. Ой, возьмем. Да, по-моему, игру оптимизировали тут. Офигеть. По-моему, да. Ну, просто у меня обновление было, я там нажал обновить. Ну, по-моему, да. Отлично. Так, стоять. И опять нету здесь никого. Да что это такое? Даже босса нету. Да что это? Да, блин, ну дайте босса. А вот мне интересно, если я подохну, мне что, заново начинать, что ли, вот все это проходить? Это будет жестко, реально. Но это правда, не хочу. А, это уже здесь есть! Я ладно! Блин, ну музыка потом прикольная все-таки с мемами. Честно. Так, ну по-моему все, нам надо идти туда теперь. Погнали! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Здесь босс должен быть. Нет! Блин, а где босс? Он вообще не встречается. Я когда первый раз играл, он меня вообще быстро встретился. Я сейчас вообще ничего не вижу. Ну, точнее, босса я вообще не вижу. Только вот этих вот пиратов. Где ты, ё-моё? А, или я его убил? А, убил, по-моему. Ну, давайте, ладно. И сейчас босс будет. Слой, блядь. Слой, по-моему, слово смерть. А где босс? Меня могут сейчас и убить, кстати. Такое ощущение, как будто... Да, уже минус 2 жизни, блядь. Козёл. В смысле, кто? Да, по-моему, этот, который гонится за мной. Задолбали. А как активировать вот эти вот предметы? Кто мне стреляет? Где кто? Блин, у меня столько жизнек было, твою дивизию. И что мне делать? О, давайте-ка зайдем сюда.
Не, ну плохо то, что меня могут реально убить. Причем не босс. У меня же было все нормально изначально. Их просто овер до хрена. Я не знаю, как на других уровнях будет. Я хочу жизнь. А сам геймплей, кстати, ну, на удивление, реально охрененный. То есть она может даже, ну, на любом компе почти пойти. Офигеть. Ну, можно как-то вдохнуть что-то, я не знаю. Ну, жизик мало. А там босс, у него, по-моему, регенерация идет, вроде как я знаю. Вот это будет плохо. Тыц. Так, мы здесь были, по-моему. О, идем сюда. По-моему, здесь будет, да? Да! Вот он! Блять, вот! Если заденет нас, это жопа будет. Охренеть! А, ничего не вижу. Он может... Где он? Главное, чтобы нас не убили. Где он? Где? А где он? В этой толпе нихуя ничего не вижу, ё-моё. Где он? Вот он. А он может регенерацию делать. Это жесть, ребята. Это жесть, серьезно. Офигеть. Я еще не вижу, где босс? Серьезно, куда я его дел? Куда я его дел, говорю, да? Куда я делся-то? Писец! Вы от меня отстанете-то? Как это пройти? Сейчас те из вас, кто останется в живых, я умер? Будут завидовать. Я умер, по-моему. Да? Что случилось-то? По-моему, я сдох, да. Поздравьте меня. Да, ну первый уровень. Я думал, легче будет. Но оказывается, нет. Ну что ж, ладно, встретимся уже чуть попозже, на этом же месте. Я думаю, смысла опять переигрывать нет, ну типа. Заново. Заново. Попробуем. Сложновато, да. Сложновато, честно признаюсь, сложновато. Клянусь громом, это таджик. Типа броня, это как тены, ни хрена себе сделали. Вот это вот круто, если честно. Вот мне это нравится. А, гляньте-ка. Не, идея реально прикольная. Мне нравится. Кстати, говорить первого босса нужно убить просто вот так вот идти по кругу. Но я не знаю, сработает это или нет. Попробую. Ооо, блин, как долбится моему ушу музыка, офигеть. Понеслось. Разорву здесь всех! Давай! О, понеслось! Вот давай! Под спидами всех хреначим! А, можно идти типа туда? А, нельзя. Подожди. Или можно? А, вон, можно сюда. Блин, я хотел туда пройти, если честно. Блин, вот это... Мне нравится, когда ускорение идет, это ж вообще класс, блин. А, еще когда босс надо было, чтобы это активировалось. Я думаю, у меня... А, у меня активируется после, я так думаю. Как под музыку, наверное. Здесь как-то так вот устроено. Я так думаю. Здесь, по-моему, нечего делать. Нет, подождите, не сюда. Я хочу босса замочить. Я думаю, не сюда не надо идти. Да. Они медленные, такое ощущение. Да, по-моему, медленно. Медленно. Нет. Так, мы здесь были, вот здесь. Мы, по-моему, не были. Да, мы не были здесь. Главное, чтобы нас не задели. Так. Как они убегают вообще? Ну вот, сколько у них как раз надо попасть там? Не понимаю. По кругу просто, по кругу. Короче, откуда-то держатся тактики по кругу, называется. Просто отходить от них. Ну, надо не плохой, блин. Давай. Из-за этого, может, и лагает чуток, наверное. Да, погнали! По-моему, сейчас босс будет там. О! Давай, замочи их всех остальных, и чтобы босс был быстрее, надо убить. Все, давай быстрее. Бля, этот еще мешает. Да иди ты. Все, погнали сюда. Босс! Нет? Блин, босса нет. Это плохо. Ого, а это когда не убегает, это звук издается такой, да? Выходит. Прикольно. Слово никиации, слово подписаться. Два создачей одно и то же. Блин, ё-моё, ну хватит. Да, я так понимаю, тактику нужно по кругу. Ну, идти, и все будет нормально. Но! Иногда замедляется, и поэтому мне хреново. А что, я не всех убил? Где кто стреляет, я не понимаю. Подожди, а где жизнь взять-то? Не
не пойму. Ничего. Да плохо, что один раз меня могут кикнуть и все. Да где? А, это, наверное. А можно резко было войти? Блин, было бы идеально. Я думаю, сюда надо. Бля. А, босс, бля, вот он, да где? Что? Я в него хихачу или что? Я не понимаю, где? Кто? Что? А, вот он! Блядь, уходим, стреляй в него! Ебись! От меня! Блядь! Как в него идти-то? Что делать? У него ХП восстановилось, офигеть! В смысле, ты чё? Чё? Не-н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 е
Да я могу так сдохнуть, ё-мо, на самом-то деле. Отвали, 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 отвали. I will, подойди! Блин, он опять меня стреляет. Бля, он что, он спитит теперь? Он быстро ходит. Бля, да как это пройти? О май год. Мне пизда, ну как это пройти? Серьезно. Это очень сложно. Офигеть! Что? Вылечите меня как-нибудь. По-моему, сейчас не надо стрелять, у меня одна жизнь. Не, я не знаю, это очень трудновато. Будут завидовать. Писец, это реально сложно. Для меня лично это... Ой, бля. Сложновато, разработчик, как-нибудь надо понизить планку. Есть свежий ром. А я этого не встречал здесь, кстати. Ну ладно, я сейчас попробую еще два раза примерно. Если не выйдет, то дальше проходить я не буду. Это ж писец. Но я советую разработчику чуть снизить сложность. Все-таки. Здесь можно что-нибудь купить или нет? Какой? Ну вот расскажи, как мне победить босса, если такой план у тебя. По-моему, сюда надо. Погнали. А, босс, вот он уже сразу, все. Ё-мо, так быстро? Ё-мо, нет. Отходим. Один удар и все, мне трындец. Пойдем. Где? Босс, пойдем. Я опять его не вижу. Куда он делся? А где он? Вы видите его? Куда все делось? Ничего не вижу. А, вот он. Отходим. Убивай его каким-нибудь, давай. Мочи. Блять, этих пиздюков надо еще убивать. Что он делает? А этих бесконечно, я так понимаю, много, да? А как его убить-то? Ой, барабан тупой. А, этот, уходи. Офигеть, да что за танцульки здесь происходит? Ой, блин. Не, вроде как бы его убить-то я знаю как, но жизнь, как это все делать-то, блядь? Один. Кто там? А, босс остался один. А, не, они появляются, бля. Жесть, конечно. О, блядь, давай! Стреляй! Такой шанс! Давай! Не, меня сейчас убьют, естественно. Закидай Коломова, давай! Блядь! Давай! А, такой шанс! Чувак! Где он? А, да. Сычонок, плащ, подождите-ка. Блять, все пиздец мне. Естественно, все. Как пиздец. Надо было тогда, когда от меня стреляли. А у меня три жизни, офигеть. А-а-а! Давай! Тихо, сейчас не убиваем, не стреляем его. Тихо. Вот сейчас пойдем! Блять, нет, давай. Зараза, вот. А-а-а! Отойди от меня! Я попал! Блять. Это плохо. Меня убили, да, я понимаю. Но был такой шанс. Кто меня убил-то, ё-моё? Охуеть! Гляньте-ка, как все понеслось! Под ЛСД или под чем-то, можно сказать. Я все хреначу перцовкой стреляю, такое ощущение. Вот бы босса так замочить. Нормально. А, вот он босс. У нас травка есть, все нормально, попробуем. Попробуем. У нас уже две жизни отнялись. Не задень.
То есть он за день, по-моему, все это трендец. Тихо, не стреляйте в него. Короче, когда он плащ так вот показывает, нам не стреляйте в него. Бля, я стрельну, я ничего не... Не, не получится. Бля, ну... Я думал, быстро, на самом деле, все это пройдет, но нет, это не прошло. Да блин! Они многовато ли? Хватит? Вот, да, вот, все, хватит. Музыку зловещую какую-нибудь дайте мне, чтобы его Бляха-муха, не надо, не стреляйте, не надо. И в этих надо стрельнуть. О, музыка как раз закончилась. Бляха-муха. Ваааа! Понеслось! Где босс? А, вот оно. Блин, где? Я ничего не вижу, честно. Где он? В кого стрелять? А, вот он. У них хрена... А, он тоже быстро идет. Вау. Блин, по-моему, его сейчас не надо стрелять. Или надо? А, не, не надо, по-моему, было. Ух, блин, не заканчивайся, музыка, пожалуйста. Мне надо его добить-то, блядь! У него полные жизни. А что я сделаю? Ну, вот так он... Вот сейчас он вышел. Ну, гляньте-ка. Вон она идет. Давайте музыку мне. Давайте, блядь. О, отойди. То все, сейчас тыкнет мне, и все, и трындец будет. Музыку, как-то давайте там. Блин, опять он, да задолбал ты. По-моему, тут надо реально во всех стрелять, все. Они бесконечные. Но босс это пиздец. Не знаю, как его пройти. Вообще, по правде. О, вот он идет. Не задень. Ну и... Он еще, у него мало отнимается жизни. Мало, к сожалению. Давай, направляем все силы на него. На этого хряща. А! Что? А, он отнимает жизнь, я понял. Он много отнимает просто. Так, а где он? Прелесть. А где он? Я не вижу его. О-о-о-о! Начинается! Я надеюсь, сейчас вот будет моща, я могу его замочить. А где он сам? Я не вижу его. Где он? Где он, давай? Где он сам? А где все? Где он? Блять, а где он? Я его не вижу. Куда он снулся? Писец, сколько пиратов, очуметь. Я его не вижу, где он? Ну, а вот он, да. Пиздец, как будто я его в толпе-то и вижу, пипец. Ого-го. Это будет долго, я просру, я уверен. Все, мне надо не стрелять. А как, а что делать, как активировать, что это предметы? Я быстро, конечно, могу, но... А, под музыку, ванапа, или что там, все. Пошел вон! Две схилки осталось. Что, чувак, озверел? Ой, все, мне пипец, по-моему. А, он не попал мне? О, тихо. Сейчас вот это, акс берем, а где он? Воу. Отходим. Давайте мне фонг жесткий, давай. Блин, не выходит. А вот, пип, а вот, у меня уже достижение получилось. Сука, попал же все-таки, попал. Козлина. Не, босс реально... Я не понимаю, серьезно, как его победить. Гляньте на этого противника, как он смотрит. Ну, арестованы. Короче, сейчас еще два раза, да, еще два. Не выйдет, так все тогда. Я не знаю тогда как. Тогда уменьшайте сложность. Это как в этом, Call of the LDPR. Вообще невыносимо. Если еще я убирать буду на втором уровне, то какой смысл проходить, не знаю. Прикольно было бы еще от первого лица, вообще как будто было бы, но я думал с обновлением может быть. Бля, две жизни! Что-то как-то сложновато стало, у меня такое ощущение. Сколько раз проигрываю, все сложнее и сложнее становится. Это что, делано так специально, что ли? Ну, серьезно. Да иди-то нахрен в море! Ну что, попытка на мега, там не знаю какая, но попробуем. Замочить эту козлину. Надо только аккуратно быть. Блять! Ни хрена себе! Жестко мне все. Не, я не буду на дальше пока ходить, это жестко, реально. Сильно жестко. А, что? Он не попал в меня? Почему?
странно. Пойдем. Травка, травка, травка! Как ее использовать, не надо. Подожди, подожди, подожди. А как их использовать-то, я не понимаю. По-моему, никак, я так понимаю. Блин, ну, нет, ну... Ай, по-моему, мне придется сейчас дыхать. Короче, да, скорее всего. Не, босса я вообще не знаю, как убить. Это кошмар для меня. Пожалуй, не, я пока не буду пока ходить. Ну, не знаю, понизить надо сложность. Она достаточно сложноватая. Ну, попробуем. Через час здесь. Ну, да. Не, все-таки я заканчиваю видео. Я думал, на самом деле, что, возможно, я хоть первого босса пройду в этой игре, но нет. Не, я пока... Глянь, как выскакивает внизу. Кинжал этот. Уй-уй-уньк. Ладно, я иногда пока, да, все-таки не буду дальше проходить, пока я не знаю. Если автор снизит чуть сложность, возможно, кстати, ну так было в этом, в Чернобыль, The Untold Story, ну может быть и в этой игре будет, то да, я дальше буду проходить. Ну а так, игра-то сама прикольная, но ее трудно очень пройти. Там, если ты, допустим, наверное, сдохнешь на втором уровне, ты будешь начинать с первого, что ли, я так понимаю, или как это... Если это так, то так тем более дальше не буду. Ну, зачем время тратить? Я не хардкорщик прям. Поэтому не, пока для меня это трудновато. Но советую вам купить все-таки. Может, вы будете лучше играть, чем я и чем остальные некоторые люди. Может, вы и пройдете. Ну, а так, не, пока не, если честно. Хорошо, что автор обновил игру, и FPS нормально идет. Поэтому спасибо, а так бы игра бы лагала у меня. Ладно. Еще раз говорю спасибо Дэнпулу Фуика за то, что предоставил мне доступ к своему аккаунту, чтобы поиграть в эту замечательную игрушку. Но опять же, говорюсь, если выйдет обновление, где будет легкое, ну хоть чуток сделайте полегче, то да, я буду дальше проходить, естественно, и может быть здесь есть финал, хотя хз. А так нет. Пока что... Для меня это, в принципе, невозможно. А так вот все сделано, вот это вот как подставлено, вот как это сказать. Ну, текстурки такие, в общем, собственно. Но так противники... Ну, в общем, вся игра нормальная, но, блин, вот сложность про нее. Единственная это сложность. Ну, ладно, я буду заканчивать, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никет Сумаракайта. И на такой печальной ноте, где я подыхаю, все-таки я заканчиваю. Может, я попробую еще, постараюсь дальше потренироваться, но если не выйти, то... Ну, значит, не судьба. Ждем нового обновления тогда. А так, я желаю успехов автору. По-моему, это от разработчика Дока 2. В общем, рекомендую, покупайте, она не так уж много и стоит игра.